Только что приехал победитель Кио Рио. Вырубаем, значит, музыку. Ищем не наш регион. На Мерседес 53 регион. Здравствуйте. Так, вы же победитель. Да. Садитесь на перед, а тут пусть за нами едет. Подруга. Сколько ждете? Минут 10, наверное? Ну, да. Ясно. Так, давайте тут ехать недалеко, быстренько. Вы у нас откуда приехали? С Великого Новгорода. Великий Новгород. Это уже третий победитель чуть ли не подряд с Великого Новгорода. Ясно. Так, теперь рассказывайте, откуда про меня узнали и как давно? Друг рассказал, участвует, выигрывал телефон у вас. Так. Отец у него выиграл робот-пылесос. Так. Ну и он мне говорит, смотри, вот участвуй. Ну, давай я тоже попробую. А, хорошо. Сколько раз участвовали с момента рекомендации вашего друга? Получается, блин, с какой машины там? Не, ну примерно. Раз пять. И до этого ничего не выигрывали? Не, даже вонючку. Даже вонючку? Так, я надеюсь... С Ауди начал участвовать. Да. Ага. И вот, наконец-таки, главный приз у вас. Да. Так, как вообще, как этот был вечер? Это ж вечером по-любому было. Ну, жена говорит, ты что с тобой произошло? Она не знала. Так. Говорит, успокойся, ты что? Я говорю, какой успокойся, я машину выиграл. Первый раз в жизни хоть что-то выиграл. Хоть что-то, я прям главный приз, нифига себе. Так, она что? Какая она, да ну ты врешь, типа. Ага. И как раз звоните вы. И все. И она поверила, затряслась. Да? Да, ну меня тоже потряхивал. Доехал до дома, думаю. Да ну, это, наверное, все не то. Это, наверное, перепутали номерок. И так вот до сегодняшнего дня все думал, что ну. Что? Наверное, я это. Что-нибудь там во сне. Показалось. Да. Нет, это правда. Узнаете местечко? Да. Выходим? Буквально еще 5 секунд. Все намыли, подготовили вообще. Да? Да, и солярий. И тем более состояние, 50 тысяч пробега, новая машина максималки, это просто космос. Да. Я сейчас цену скажу, обалдеете, сколько из нее выносит. Присаживайтесь за руль. Здравствуйте. Всем здрасте. Так, присаживаем. Вот как-то так. Максималочки, вообще все. И лобовуха, и обогрев, и все. Круто? Не верится до сих пор. Так, сидите тогда, пока не вставайте. Там все, да, в бардачке? Здесь. У меня. Давайте сразу к документикам перейдем. Так, все официально. Так, смотрите. Это ваш СТС-ПТС. Угу. Держите, не переживайте. Все нормально. Так, Даван, давай разбираться. Это вот эти два договора, это... Ага, это вам тоже для учета пригодятся. Угу. Так, тут два, как вы просили. Угу. На Ильина и на... Ильин, да. Так, все. Это вы потом сами распишетесь. Угу. Ну а тут сейчас давайте вы. Так, не ошибитесь. Подпись, расшифровка, подпись, расшифровка. Не переживайте. Ван, ты взял вонючки? Забыли? Ладно, по почте пришлем. Все. Поздравляю. Машина официально ваша. Это правда. Понимаю, что все быстро, но как по-другому. Ну, пойдемте, осмотрите машину, посмотрите, пооткрывайте. Сколько у меня ударило. Отзади откройте, посмотрите, да. Все как на видео, все и в жизни.
Не круто. Верится, капец. Не верится? Значит, машину оставляете себе. Да. 100%. Ну, конечно, такую машину хрен найдешь. В комплекте еще идет зимняя резина, даже вот так вот. Вообще, все, что только можно. Что, давайте возьмем документы. Возьмите, сфоткаемся и скажете пару слов. Документы все там. Чтобы никогда не думали, что это неправда. Это все правда. На 100%. Сам не верил, но до сих пор не верится. Да, Саша, я понимаю, конечно. Тачка досталась. Вы один билет, да, покупали? 1-4. 4, офига себе. Пошел ва-банк почти, да? Да. Нифига, вот, все оправдалось. Еще и за последние 100 билетиков, когда высветилось, да? Осталось 100 мест. И я это думаю, почему и вы в конце купили, а не сначала? Так нет, я и сначала купил два, да. И потом решили еще раз. Думаю, ну, чтобы побыстрее уже начался розыгрыш, куплю еще два. Обалдеть. И вот в них как раз и выпало. Круто, круто. Залетел в последний вагон, и вот, пожалуйста. Все, я вас еще раз поздравляю. Вот. Так что пользуйтесь, машина реально очень крутая, классная. Надежная. Стоит реально по космосу, просто ужас. Вообще, что сейчас с ценами творится, друзья, это что-то невероятное. Как-то так. Так что вам счастливой дороги, едьте аккуратненько, потихонечку. Да. Участвуйте еще. Понятно. Через полтора месяца будет праздник. Вообще, правда, не мытый, в лесу ездил. Вот. А знакомый вот выиграл еще билетик. Направо. Да? Да. Да. Так что, друзья, удачи, может выиграть абсолютно кто угодно. Все, вам счастливой дороги. Мы будем отпускать. А? Будем забыл отпускать. Я вонючки, но я вам потом по почте пришлю. Да. Хорошо. Все, присаживайтесь, посмотрим первый запуск. Включайте свет. Где наш этот? У тебя? Чернитель. Резина. Давай. Так. Кнопки, автомат, все четко. Включил свет? Да. Я вам только туман включил. Еще разочек можно повернуть. О, вот теперь все четко. Так, так, так. Ну и вот так вот можно проехать. Все. Kia Rio на максималке у нас уезжает в Нижний Новгород. Великий. Великий Новгород, да. Все их путаю. Почти 6 часов есть. Да?